вообще-то этих зомбиков можно и не мочить, но ладно. Так. Что-то меня точка непонятно куда ведет вообще. Тогда я сюда сейчас в воду. Сука, блядь, отъебись ты от меня. Теперь точка туда показывает. А тут что-то было непонятно. Бегу в одну сторону, показывает, что налево. Бегу в другую сторону, показывает, что обратно надо бежать. Чувак! Чувак был в хоккейной маске, как Джейсон, блин. Точка туда показывает. Интересно. А, она показывает, что надо вот так обходить. Вот что она показывает. А тут куча зомби, блин. Какое-то здание. Показывала, главное, что надо сюда бежать. Оказывается, это вокруг она меня ведет. Странно показывает, то в одну сторону, то в другую не поймешь. Куда я забрался-то, а? Вот сюда. Вот по карте сюда показывает. Вот. Еще один дом. А, это эти же чуваки. И чё они от меня хотят? Интересно. Ну ладно, раз уж я тут, зайду еще раз в комнатки. Вещи должны заново появиться тут. Тут ничего не появилось. It won't pass up anything useful. Магнит. Ага. Так. Good, excellent. Отлично. Большую бейсбольную биту он мне дал.
Ну, моя-то по-любому лучше, да? Ну, вот, может быть, на что-то другое поменять. Может быть, мачете выкинуть, а? Сейчас посмотрим по характеристикам. Ага, вот эта штука по характеристикам хуже. А, у меня место-то все равно есть. Так что ладно. Взяли и взяли. Все, этот квест выполнен. Теперь надо обратно на улицу возвращаться. Any news? Any news? Anything interesting? Да ничего у меня нет, никаких новостей, чувак. Ты че? А тут точно никому квест-то не нужен, а? Да нет, никому. Опять он оружие выкинул. Вот я реально, я кнопку не нажимаю, он сам выбрасывает. Хорошо, хоть это все на место вернулось. А то тогда, после того, как он выбрасывал, мне пришлось самому все это дело, кстати, перемещать по инвентарю. Кстати, можно вернуться сейчас. Можно на церковь переместиться в церковь. Но я почему пешком пойду? Потому что я сейчас посмотрю, какие еще квесты поблизости есть. Потому что церковь у нас вообще в другой стороне. До нее там 300 метров пилить. Повышает продажную стоимость предметов, увеличивает прочность модифицированного оружия, снижает входящий урон, если здоровье падает ниже критического порога. Так. Так, ну я даже не знаю, что тут качать-то, блин. А, чтобы раздавить можно было, когда я чувака повалю на землю. Но это вот эту штуку. Мне еще 3 раза надо прокачать что-то. Повышает силу и урон для всего тупого оружия. Прочность тупого оружия. Вот это я, пожалуй, сделаю. Прочность тупого оружия. Вот. Так. Вот, 85 метров. Следующий квест. Оп. Вот здесь. Ля-ля-ля. Бегунки, бегунки. Я хотел в воду его заманить, а он так сдох. Я в кого-нибудь кину. На, сука. Нифига. За него мне дали 1500 баксов. 1500. Ни хрена. Ой-ой-ой.
лежать. Лежать, куда? Ого, целая компания. Суисайдер? Нет. Мне показалось, что суисайдер. Как они меня утомили, а? Бешеная сука. Я не понял, а где квест-то? Показывало идти сюда. Сразу всем досталось. Так. Так. Квест куда-то сюда показывает идти. А, это надо повесить постер. По-моему, это последний или еще один. Нет, еще один. Через 80 метров. Ладно, побежали постер вешать. В автобусе что-то есть. А, и ни хрена тут нету. Так, а зомби не могут? Могут. В автобус зайти. Топор! А ну-ка! Я топор какой-то взял. Так. И где топор? Я же видел. А, вот он. Урон 251. Вот он. А ну-ка. Грязь. Бам. Топорик. Так, ну еще побежали к квесту. Оба-на. Вот это топорик. Я чувака просто перерубил к чертям. Ого! Винтовка. Правда, всего 30 патронов. Так, вот тут еще один постер надо повесить. Успею, нет, пока зомби не придут ко мне. Успел, отлично. Опа! Классный топорик. Охренеть. Вот это топор. Ну да, он, блин, слабенький, он уже сломался почти, но какая мощь от ударов. Суисайдер. Фу.
Так. Так, еще один постер повесить надо туда. Так. Так, а в магазинчике? Нельзя зайти в магазин, отстойно. Так. Давайте здоровье пополнять. Это $49. Так, топор я пока не буду использовать. Пока возьмем эту штучку. Так, еще один постер через 100 метров. Так, что это было? Кто-то меня ранил, хотя я даже не заметил, кто и как. Тут еще трое. Отъебись. Типа, отъебись, моя черешня. Почти сломалась. Да, тут оружие ломается достаточно быстро, но... Тут можно много оружия найти, поэтому... Не страшно. Что-то не хочет ломаться. Хотя показано, что красное сломается. То есть, что уже сломается. Ты сука, блин. Вот что значит долго с ним возиться, блин. Надо было сразу бейсбольную биту, блин. Магазинчик? Нет, это не магазинчик. Тут я вроде был уже. Или это похожее здание? Maybe there's something in here. Кастет. Кастеты у меня уже есть, я ими почти не пользуюсь нифига. Ага, понял. Да. Сложность очень сложна, награда 1500. I can do that. Типа, в его доме зомби, их надо замочить. Точнее, нет, это грабители, это не зомби, это грабители, то есть чуваки с автоматами. И с пистолетами. Давай сначала повесим постер, а потом уже в дом. Oh.
не осталось. Ого! Ба! Вот тут еще постер надо вешать. Охренеть, блин. Куда они берутся? Прибегают на шум. Иначе как еще объяснить? Так, кухонный нож. Кого? Все. Теперь вешаем постер и в дом. Ох. Отлично. Теперь нужно вернуться к нему, сказать, что типа я все постеры развесил. Так, а как называется эта штука? Вот. В дом надо замочить чуваков. Ну я их... Они там будут в комнатах ныкаться. Они будут ныкаться в комнатах, а я буду выходить из-за угла и их расстреливать. Но это я так думаю, потому что в том прохождении, которое я смотрел, они ныкались и периодически вылезали из-за угла и стреляли. Вот. Периодически высовываются из-за угла и стреляют. Соответственно, я тоже буду прятаться за углом и тоже высовываться и стрелять. Кто кого перестреляет, короче. Сейчас игра сохранится должна, да, контрольная точка. Так.